очередную встречу с работодателями и говорим о том, как найти работу в этих условиях. В работе очень много сервисов. Кому-то нужен автономный полностью механик, который, там, диагност, неважно, электрик, да, который займет место и не будет привлекать внимание. То есть ему не нужно время на адаптацию. И иногда нужны ученики. Кто-то готов постажироваться там за формально половину стоимости там, зарплаты. Наша компания занимается ремонтом на барах. Если по-моточному, то это немцы не полосы, и конец, и меньше нужен слесарь, механики. Шансы есть, шансы большие, рынок, слава богу, оживает. Кроме того, много компаний, которые являются у нас на поддержке, сегодня здесь руководитель проекта, который контактирует с этими директорами, тоже расскажет о том, какие вакансии открыты, кто нужен сейчас сервис. Те кандидаты, кто нам особенно понравится, ну, в ком мы увидим силу, мы готовы рекомендовать сразу туда, где у нас уже есть вакансии. Дмитрий Сорокин, компания «Автоспец Сервис», занимаемся ремонтом автомобилей, головной ремонт, фасадный ремонт, мультибренд. Соответственно, также ищем сотрудников. Профессии разные, места разные, все зависит от вас. Опять же, все правильно сказано, то есть ваша активность позволит вам быстро найти работу.